Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ, продолжаем с вами проходить Batman Arkham Asylum и биография персонажа. Мы про Бича ничего не с вами не читали в прошлой серии, поэтому давайте почитаем. Бич попал в заключение, едва родившись, он вырос в чудовищном мире тюрьмы Санта-Приска, отбывая срок за своего умершего отца. Единственным его другом был плюшевый мишка, которого он назвал Остио. Бич обрел утешение в доставленных тайком книгах и медитации. Он сумел развить в себе невероятную способность концентрации. Когда военные начали испытывать на нем новый стероид Веном, несокрушимая воля позволила Бичу выжить, хотя все остальные жертвы эксперимента погибли, а затем он сумел бежать. Желая доказать свою силу, Бич разыскал Бэтмена и сломал темному рыцарю позвоночник. Бэтмен поправился и сумел одолеть Бича, прекратив подачу Винова, превращающего того в сверхчеловека. Ага. 93-й год. То есть Бич у нас свежий. Превосходный стратег, крайне целеустремлен, повышенная восприимчивость к Веному, который на дефиците твердо намерен превзойти Бэтмена, как и любого другого противника. Так, это что у нас? Риддлер, это мы читали? Так. Эдвард Нигма испытывает нездоровую потребность во внимании и намерен стать самым невероятным преступником Готэм-Сити. Свои преступления он окружает множеством загадок и подсказок. Бэтмен доказал, что он достойный противник Риддлера, способный разгадать его замыслы. Но теперь Нигма намерен сотворить такую тайну, которую Темный Рыцарь не сможет раскрыть в отведенное время. Эдди Нештон, он же Эдвард Нигма. Риддлер, хорошо. Все, почитали. Теперь... проанализировать. Так, пойдемте. Найти ход через пещеру на мыс мертвеца в северной части Аркхэма. Окей. Давайте смотреть, где все это хозяйство. Ага. Ну, я так понимаю, что сейчас идем, потом вот так правее, правее и вот так. Да? Отделение интенсивной терапии. Да вот здесь должно быть. С этим мы ничего не можем сделать. Как-то это поломать. Бэтмен! Так. Медикал. Я правильно понял? Ну-ка. Нет, неправильно. Нам нужно куда-то вот сюда. О! Ребята, 8 врагов без оружия. Че? Сюда подошел. Вот так. Хорошо! Нормалды? Так. Arkham East. Здесь? Да, получается, что да. Ну-ка. Сюда надо заходить? Да, надо. Ну-ка. Да ладно. Да ладно. Что, а как тогда? Стоп. Управляемым взрывом? Ну, а как я это сделаю? Никак. Да, никак. И как мне туда попасть? Вопрос нескромный. Ну, воду вряд ли. Видите? Отделение интенсивной терапии. Только через него можно. Че, в медблок? Ну, через медблок здесь нет. Вот он, медблок. Выхода здесь нету. Да.
Может быть, отсюда как-то можно? Давайте посмотрим. Так, я вижу вопросики. И как туда попасть? Я очень сильно сомневаюсь, что это по воде. Ладно, Бэтмен. Нет, тоже нет. Может, там какой-то проход есть, который я не увидел. Так, здесь ничего. Проход для техобслуживания. Но нам это не надо все. Нет, нет, нет. Медблок нам как раз и не нужен. Хотя, ну-ка, остров Маркхэм Запад, нет, медблок, а здесь что? Особняк Аркхэма, ну-ка, остров Аркхэм Запад. Запад, запад, запад. А нам нужен что? Запад? Хм. Восток. Нет, это все не то. Это все не то. А где здесь выход? Я уж не помню. Выход где? Ходим. Чё-то непонятно мне, как туда попасть. Вот так не получится, а? Давай, Бэт. Хорошо. Дальше. Все? Больше никуда не можем? Хм. Ну, это странно как-то. Но здесь нету ничего. А вот тут никак. Я что-то не понял. Так. Ист. Это восток. А вот отсюда на крышу никак нельзя. Не, никак вообще. Так. И что делать? Но это все не то. Это все не то. Что там? Okay, buddy.
Конечно, окей, бадди. Давай. Ага, да, да. Сокрушили, дальше чё? Визитор центр, ну и... Может быть отсюда получится? Давайте посмотрим. Визитор центр. Комната для посетителей. Так. Ладно, присядь. Сними свою маску. Вот что я подумал, Бетс. Тебе нужен друг. Чтобы было с кем поболтать, поделиться секретами. Начнем с главного. Кто прячется за маской? Что заставляет тебя выходить в большой мир и сражаться с такими, как я? Ты что, надеешься победить? Но поглядим. Все? Мы все это послушали? И ничего больше? Ёлки-палки, ну как так? А зачем мы сюда пришли? Просто пришли и все? Не понял я, почему у нас от первого лица вид? Так задумано? Интересно. А ну-ка еще раз давайте зайдем. Ну да. Что это? Здесь, я так понимаю. Ты опоздал на прием? Как грубо. Ну, раз уж явился, почему бы не начать? Расскажи мне о своем детстве. Есть что вспомнить? Что это? У тебя слезки. Так больно. Ну хорошо, вернемся к этому позже. We'll come back to it later then. Ну, а что насчет малютки Бича? Спорим, ты был потрясен, когда увидел его, а? Лично я ждал, что он скрутит тебя в рулон и даст мне станцевать на тебе чечетку. Но даже мои мечты не всегда сбываются. Так чем он здесь занимался? Вопросы, вопросы, вопросы. Да. Не выйдем мы отсюда никуда. А жаль. Блин. Ну ладно. Давайте как-нибудь отсюда куда-нибудь попробуем. Давайте. Аркхем Север. Может отсюда? Тут вроде открыто. Интенсивная терапия. Ну-ка. Вот так. А что это за история с мысом покойного? Последние 100 лет излюбленное место. Да, знаю. Я спас одного горемыку заключенного, он чуть не спрыгнул на камни. Я нашел. Можно сказать, что это мой второй дом. Но раз они разговаривают, значит мы правильно идем. Хорошо. Так. Ну-ка, Бетс.
Я так понимаю, что... А здесь что? Получается, мы правильно идем? Ну, мне кажется, да. Наверное. Или нет? Наверное, да. Ну-ка. Нет, не туда мы пошли. Так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нам сюда? Что там? Medical Facility, Visitor Center. Так, это все вот сюда, я так понимаю. Да, вот сюда. Вон пацаны стоят. Что тут? Ну, интенсивная терапия, да, понятно. Ох ты. Чё, не попал? Ха! Он живой? Это который самый опасный? Просто я вас буцкаю, да, так бывает. Попал? Ну ладно. Ну ладно, что? Сейчас мы тебя глушим и все. Помощь, проблема. Бонус за максимальную комбо. Так, что здесь? Сюда? Ну, по идее, да. Дверь заперта. Хм. Ну, давайте посмотрим, что здесь есть. Так, ну это вот тут где-то. Это пещера там виднеется. Но я думаю, что да. Нет, это не пещера. Печально. Испытание пройдено. Идем дальше. Хо. Как интересно, однако. Я уже обрадовался, думал, пещера. Ничего я не пойму, серьезно. Ненавижу такое. Найдите ход через пещеру на мыс мертвеца в северной части Аркхама. Ну, северная часть Аркхама, вот она. Ну-ка. Тут больше ничего нету. Никаких уязвимостей. Давайте вот сюда спустимся и посмотрим. Это вот она? Выйти из пещеры на мыс мертвеца. Неплохо мы ее искали. Давай. Так, а как сканировать? Подождите, там же как-то можно было сканировать. Кровь моей семьи питала сердце Готэма. Мы становились докторами, политиками, учителями. Мы были иммунной системой, очищавшей артерии города от грязи. Мы верно служили городу, жертвуя всем ради его защиты. И все-таки Готэм решил погубить нас. Так, ясно. Мы смогли, мы молодцы. По дороге еще побуцкали кое-кого. Так. Бэтс! Уилл! Брюс!
Идемте. Мы идем медленно и неотвратимо. Понимаете, как смерть. Смерть ходит именно так. Ну, куда-то пришли. Черепушки. Вот сюда, наверное, я думаю. Потому что больше некуда. Конечно. А вот и мыс. А, тут 154, серьезно. Бэтс, я так, ты так летать не можешь, не фантазируй. Идентификация успешна. Отмена протокола защиты. Система безопасности деактивирована. Мы вышли из пещеры на мыс мертвецов. А почему он мыс мертвецов? А? Как вы думаете, почему это мыс мертвецов? Ну вообще, светло! Красота! Прям ляпота. Ляпотошная. А. Это у него умный дом. Пещера. Удар ногой? А зачем это надо, Бэтс? Ну, не знаю, родной, не знаю. Чё-то мне кажется, как-то ты от души душевно в душу жахнул. Доктор Янг возглавляла проект. Крупное дело, серьезные инвестиции. Вот ее последние записи. Не могу ничего понять. Что это значит? Похоже, она проводила эксперименты на пациентах в Аркхеме. Новый препарат лишь отчасти соответствует оригинальному составу венома. Внесет ряд изменений, похоже, для усиления эффективности. Многочисленные ссылки на форму титана. Даже небольшая доза препарата запускает изменения, подобные действиям венома, и нет необходимости в больших контейнерах, как у бича. Усовершенствовала. Минуту, записи не полные, нет формулы препарата. Видимо, именно этот секрет утаила доктор Янг. Если Джокер получит его, он создаст целую армию, 1000 бичей. А нам это не... Боже, Джокер настолько не в себе, что пойти на такое... Да что я говорю, ты должен остановить его. А, это, наверное, вентиляционные решетки ломать. Бэткоготь! Устройство бэткогтя позволяет подтягивать к себе различные предметы. Бэткоготь можно также использовать против врагов. Красиво мы. Я иду за ней. Янг отправилась в поместье вместе с Кэшем. Поднимусь на поверхность через катакомбы. Так, давайте прочитаем биографию доктора Янг. Вот она у нас. Пенни Янг была блестящей студенткой, готовой на все ради своей работы. За годы своей карьеры она заслужила репутацию холодной, расчетливой женщины, думающей только о текущем проекте. В лечебницу Аркхэм ее пригласил Квинси Шарп. Он предложил ей возглавить исследовательский отдел и создать, наконец, препарат, который излечит невменяемых суперзлодеев Готэма. Ага. 2009 год, она молодая, начальник отдела исследований, Пенелопа Янг. Университет Готэма с отличием, посвятила себя поискам методов лечения психически ненормальных преступников, сильно сосредоточена на своей карьере, не терпит людей, которые оказываются на пути ее работы. Хорошо, она же могла как-то, она же, по-моему, сталкивалась, если я ничего не путаю, с Джокером. Так, что это такое? Беседы с пациентом. Давайте послушаем. Ну. А это что? Здесь что? Почему это не воспроизводится? Что я делаю не так? Открывает награду. Хорошо, вот оно есть. И что?
Так. Мы через какие-то катакомбы собираемся выходить. Я, правда, не совсем понял, что это. Бетс, мы куда там собираемся? Через какие катакомбы мы собираемся лезть? Скажи мне, пожалуйста. Посветишь, можешь, меня? Не посветит. Нет, ну это явно не катакомбы, явно. Нацелить бэткоготь. Ага. Понятно. Ясно, понятно. Ну давай, давай. Чё мы с самого начала его не получили? Непорядок, непорядок. Как вы думаете, если мы бэткогтем? А куда его? Еще бэткогтем можно выдергивать из стен вентиляционные решетки. А, ну понятно. Давай. Ясно все. Нам их не хватало, да. Извините, босс, поиски затянулись чуть дольше, чем вы планировали. О, мне жаль. В следующий раз, когда соберусь захватить какой-нибудь остров, обязательно все спланирую. Нет-нет, я не то имел в виду. Я не против конструктивной критики. Никто не идеален. Хотя, если подумать, я очень близко к идеалу, не так ли? Так, о чем это я? Ах, да. Критика от такого ничтожества, как ты, жалкий червяк, ползающий у меня под ногами, и то только потому, что я открыл его клетку. Этого я не потерплю. Извините, босс, я ничего такого не имел в виду. Пожалуйста. Ну, вижу, ты раскаялся. Ладно, отправляю кого-нибудь к тебе домой. Пусть сломает ноги твоей жене. И хватит. Но, Джокер, ты недоволен моей щедростью? Нет, пожалуй, нет. Спасибо. На здоровье. Будем считать, что вопрос закрыт. А ты слыхал анекдот про парня, который пришел домой и узнал, что у его жены ножек нет? Стелс. Спят усталые игрушки. Вы там? Прием, прием. Интересно, кто вас цапал? Крюк или Бэт? Крок, старина, ты там? Нет? Жаль. С Кроки мы разберемся. Так. О-о-о. Как вы думаете, это можно взять? Понимаете, если я туда долечу, я обратно не прилечу. Да, наверное, так. Или тут... Тут вся проблема в том, что здесь даже зацепиться не за что. Но они там лежат, такие соблазнительные. Ну-ка, давай так. Конечно, нет. Нет, 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 нет. А как это сделать? Вот я повторюсь, возможно, до туда я добегу. Давайте попробуем. Ну, мне кажется, это бред. Мы упадем. Конечно. Да, это бред. Это бредовая идея. Но как это достать? Хрен его знает. Тут не за что зацепиться. Ладно, пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Кроки! Короче, нам не надо дать, нельзя под двойное нажатие быстрый ультра-бэткоготь. Бэткоготь можно использовать в бою, цепляясь за злодеев. Короче, что хочу сказать? Хочу сказать, что нам не надо позволять Джокеру сделать армию бичей. Why are we the worst? Отдыхай, родной. Так, кто у нас тут самый опасный? Ты что ли?
Прекрасно. Бай-бай! Все, разобрались. Великолепно. Короче, вот этих вот опупевших, которые типа самые опасные, надо вышибать с помощью бета-ранга. О, запись, запись, запись. Запись я с кайфом послушаю. Интервью с пациентом. Он, вы шутите? Эта тварь вообще не человек. Господи боже. Здравствуйте, меня зовут доктор Гретхен Уистлер. Вы меня понимаете? Да, слышал я тебя, тварь. Когда ужин? Жрать охота. Интересная история. Родившись с редкой мутацией, за которой его кожа стала зеленой и покрылась чешуйками, а тело приобрело гротескные пропорции, Уилсон Джонс был воспитан тетушкой-алкоголичкой и постоянно подвергался насмешкам за свою внешность. Он проработал короткое время ярмарочным уродцем под псевдонимом «Убийца Крок», но растущие в нем мизантропия и звериные начало толкнули его на путь преступления. Крок деградирует морально и физически, все больше теряет человеческий облик и связь с людьми. Так это Крокки. Уэйлен Джонс, 84-й год, борец с крокодилами, бандит-убийца. Уэйлен Джонс. Так, убита необычайно толстая крепкая кожа, острый как бритва зубы и когти, превосходный борец. Обладает обостренными чувствами, нервит быстрой реакцией, способен долго находиться под водой. Люто ненавидит человечество. Ну, понятно, понятно, понятно. Про Кроки мы узнали. А что здесь? Ну-ка, ну-ка, подождите, может здесь что будет? Я проверила информацию по доктору Янг. Согласно данным из банка, она часто получала платежи. Деньги начали приходить в апреле прошлого. Деньги переводились из частной компании, принадлежащей некому Джокеру. Любимый псевдоним Джокера. Значит, что он оплачивал доктору Янг создание армии, а потом вдруг остановился. Это странно. А, ну... Чё, всё понятно. Связаны они с ней. Связаны, да... Хорошо. Челюсти поломали. Так. Тут. Мы куда идем? А, ну да, мы правильно вышли. Хорошо, а тут что было? Давайте посмотрим, мне же интересно. Это мы правильно пошли. Короче, наши подозрения подтвердились. Янг связана с Джокером. Он ей что-то там оплачивал. Кроки! Попадись мне, я тебя на куски порву. Кроки! Ну что ж, окей. Вот и Кроки объявился. Прелесть какая. Ладно. Я думаю, что я чуть добавлю минут 10 к серии, потому что мы лазили искали пещеру. Ну, да. Главный канализационный узел. У головоломки столько сторон. Что здесь? Что от нас хотят? Зачем нам это показывают? Ну, пойдемте, чё, лазить. О, вот еще странно. Переводы для доктора Янг не прекратились, они были отклонены. Она заблокировала свой счет. Видимо, она передумала, хотела вернуть деньги. А Джокер не любит, когда его партнеры пытаются выйти из игры. Поэтому он решил вернуться в Аркхем, найти ее формулу и создать армию самостоятельно. Точно. Надо же. Какой продуманный Джокер. Так, сегодня у нас паркур один сплошной. Так, ну вот там я вижу что-то зелененькое подсвеченное. Может, это ориентир?
Я взломал ее почтовый ящик. Здесь два интересных письма. Первое — заявление об увольнении. Это было на прошлой неделе. Похоже, она пыталась бежать. А второе — сообщение от Джокера, то есть Джеки Уайта. Длинная переписка. Она умоляет прекратить эксперименты, говорит, это слишком опасно. Он не слушает. Так, посмотрим. Различные угрозы в адрес ее семьи, пара плоских шуток, фотография мертвого тела и еще одна угроза. Продолжай. Он пишет: «Я иду за тобой, я получу то, за что заплатил». Дальше шутка про инвалидные кресла, Мила и рисунок, вроде бы ослик. Теперь понятно, почему она была так напугана. Я найду ее. Ну а что она хотела? С кем она связалась? Дура. Она что хотела? Что думала? Он с ней... Ха. Ну, в принципе, мы-то относительно недалеко с вами прогулялись, я хочу сказать. Да, относительно недалеко. А сейчас мы пойдем налево. Вот. Вот сюда. Да. У нас всем прям паркур. Тут есть что-то? А не шута, тут нету. Так. Челюсть, я иду. Кроки здесь? Или его еще нету? Так, запись. Проход на поверхность. Ну-ка, читаем. Запись беседы с пациентом номер 2. Имя субъекта Уэйланд Джонс, также известен как Крок-убийца. Так вот, чего ты со мной возишься? Хочешь узнать, зачем я это сделал, а, док? Мы хотим вам помочь, мистер Джонс. Ты что, ты меня вылечишь, док? Сделаешь меня нормальным? Нормальное — неудачное слово. Кто из нас действительно нормален? Я так и думал. Так что скажешь, док? Отпустишь меня, а я тебя не стану жрать. На самом деле ты не ешь людей. Это просто городская легенда. Думаешь? Ну давай, верь дальше. Да... Вот мразь та еще. Вообще, конечно, Готэм — это... Аркхэм, точнее, это нечто. Вся отмразь, по-моему, там тусит. Кроки всякие. Уникальный мир преступности. Потом загадочный триллер этот. Так. Я иду, всем бояться. На-на-на-на-на.
Здесь, наверное, взрывать надо. Ну, конечно. Йоу! Караоке, ты где? А что там внизу? Глубоко, высоко, далеко? О, ну, видимо, да. Вернуться на поверхность через канализацию. А что это за дверь? Я бы хотел знать. Так, найти доктора Янг. А где ее найти? Хотелось бы мне знать. Наверное, в отделении интенсивной терапии, наверное, да? Терапевтический блок, мед. Как вы думаете, где она? Та-дам! Джокер снова в эфире. О, Бэтс, не волнуйся. Я разложил пару сюрпризов на случай, если он решит явиться и испортить вечеринку. Ах да, если услышишь выстрел в темноте, не пугайтесь. Шансов, что ты пострадаешь, почти нет. Это я гоняю Бэтмена, а шансов, что вы... И все же, вам, наверное, стоит проверить свою медицинскую страховку. Что я ляпнул? Нет у вас никаких страховок. Снайперы, бандиты из Блэкгейт добрались до арсенала. Так, ну, нам нужно найти вход в особняк. С особняком мы с вами знакомы. Слышишь, детектив? Это я тебе аплодирую. Что, не слышишь? Это потому, что даже идиот смог бы найти этот приз. Угу. Стелс. Сверху. Убер стелс, да, друзья? Готов? Готов. Так. Вот это мы послушаем. Запись беседы с пациентом, менее известна кличка Джокер. Присутствуют старший надзиратель Шарп и я, доктор Янг. Опять эти скучные психологические тесты? Нет, значит, ты есть знаменитый Джокер. Воплоти. Ладно, док, хотите, чтобы я опять посмотрел на чернильные кляксы? Номер один — котенок, который был у меня в детстве. Номер два — что же это? Ага, дохлый слоник. Номер три... Смешно, но шутки в сторону. Шутки в сторону? Эй, Шарпи, она что, не читала мой анамнез? Молчать, клоун. Все врачи, у которых ты наблюдался, диагностировали разные типы психоза, начиная с синдрома раздвоения личности и до «список бесконечен». Спасибо, я стараюсь. Мы в это не верим. Все на свете можно исцелить правильным лечением. И вы думаете, что сможете вылечить меня? О, я уверена, что могу. Какая наивная чукотская женщина. Так, нам с вами нужен особняк. Это запад. Вот оно. Особняк. Но это получается что? Нам нужен восток. Правильно? Так, пока мне так сложно сориентироваться. Это что у нас? Уэст — это запад. А восток где? Угу. Так. Ладно, давайте сейчас пока спустимся. Там уже будем решать. Где запад, где восток? На-на-на-на-на. Так. А вот отсюда нам получается надо налево, да? А я его не увидел, кстати, гаденыша этого. Давай, гуляй. Снайпер. Мое упущение, но ничего страшного. Есть тут что-нибудь? Отхил идет? Нет, не идет.
Так. Архем Ист, вот он. Правильно, вот мы сейчас стоим слева от... Да. Восток. Где они там? А, увидели? Ну ладно, там есть какие-нибудь опасные. Не это, вообще надо было вот сюда. Вот что он сейчас делает, объясните мне. Так. Ага. Давай. Бэт, ну давай. Хорошо, где этот? Вырубили, вырубили. Хорошо. Вот он нам нужен. Вот тут же в драчке нам только тут не хватало погибнуть. Вообще смешно просто. Что за бред? Да, зашибись. Они там вообще никчемные. Но мне снайпера много забрали. Все, вырубили. Ой. Так, чавки, а ну-ка идите сюда. Все. Отхил идет. Архем Ис, правильно? Правильно. Ботаник Гарден. Так. Ага. Бэтс, давай. Ну, Бэтс. Чё ты не парируешь? Ты тёт бои на двух квадратных метрах. Это, конечно, отдельная шизофрения. Давай, Бэт, буцкай. Ничего я не вижу. Жгу бои с видом от третьего лица. Давай, Бэтс. А, все что ли? Вырубили. Бонус за максимальное комбо. Так. Хорошо. Улучшение у нас доступно. Давайте посмотрим, что у нас там доступно. Ой, удваивает, если время рассчитано идя. Позволяет Бэтмену выполнить неблокируемый прием захват и бросок, если он наберет комбо. Нет, это мне не надо. Сбивать бандитов с ног. Подзаряжает Бэтаранг во время комбо. Так, нет. Бэтмену. Так, улучшено. Это. Броньку мы сделали. Это что? Это нам не надо. Повышает мощность бета-ранга, увеличивая срок нейтрализации противника. Ага. Две цели.
Так, а это что? Особый бетаран, которого Бэтмен может управлять в полете. Небольшой перезарядки. Это... Давайте вот это сделаем. Меншин где-то здесь должен быть. Что-то я теряю людей, будто в городе чума. Надо думать, мышь вернулась. Парочка моих людей на вышках прикроют вас, но вы осторожнее. Они оба отморозки, им бы только пострелять. А на войне, сами знаете, всякое бывает, да. На этом серию закончим, дорогие друзья. Продолжим в следующей. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на Яндекс.Дзен. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.